бегать отсюда. О, сейчас. Люська, Ангелина пришла. И пришло куча котят. Боже. Ой. Какие люди. Ангелина, не снимай, не снимай. Что-то холодно. Дедушка, помоги натянуть. Ты в этой, в шубке будь. Надо. Ну, снимать. Надо. Опа. Ну, снимай, снимай, не хочет. Снимай. Давай. Опа, опа. И вот это да. Вот это один за другим. Нет, нет. Ну, пусть играет, пусть. Чего ты? Тебе же много. Люська пасет котят. Она тебе помогает. Пусть играет с ними. Вон, смотри, она сразу выбрала. Сразу нашла. Гека. Гека. А это нет, смотри. А Чука нет. Не погладить. Ты погладил. Где мама? Нет, давай, вот маму мы еще точно. Хотя мама там, наверное, сейчас тоже придет сюда. Я уже, ты понимаешь, ничему не удивлюсь. Делай, Люся. Да? Люсь, ты что делаешь? Люсь. Ну, ты... Вот, смотри, как он защищает. Она его нюхает, понимаешь? Она же их еще не всех знает. Она вот этого знает. Гека, ты посмотри, Ангелина, ну шубу. Оба, Ангелина. Вот счастье, да, Ангелюша? Я прыгаю. Ты прыгаешь, смотри, тоже так, чтобы на котенка не прыгнуть. Но Люська вот выбрала все, Гека. Он пахнет своим. Говорю, папа, папа, это откуда что взялось? Папа, так, папа, папа. Папа, папа, надо ей одеть штаны. Она же без памперсов. Так, Люся. Шуба это хорошо, Люся, но это не памперсы. Сейчас это будем одеваться. Это... Называется, да? Так, надо уже их тоже опять купать. Купать. Люська такая, так, иди сюда. Скажи, гели, да? Скажи, это не мой. Это мой котят, мой котят. Все твои котята? Бык. Еще Чука нет. И еще одного черного нет. Оп, а Люська конфету опять стащила? Или что это? Или бумажку? Вот та же Люська такая, ревнивица. Кися. Кися вон, смотри, сколько. Сзади тебя черненький. Ты какого еще? Вот, какого еще ищешь? Ну, сколько котят у тебя? У меня котят два. Давай его кошка. У меня два. У тебя два? И у Люси два? Давай, скажи, где у нас зеленая лукошка? Шубку Ангелины. Ну, заберем. Где у нас зеленая лукошка? Сейчас найду. Так, это Жорика, видно, точно слышу. Что Жорика. Ой, а тут вон еще котенок. В лукошке игрушка. А ну, сделай их. Оп. Раз, два, три, четыре. Люся. Не-не-не-не-не. Сейчас же будет стаскивать. Ну-ну-ну-ну-ну. Дедушка не даст. Дедушка не даст. Стащить, скажи, да? Вот еще один. Вот счастье у тебя. Скажи, кому-то одного котенка домой не берут. Не, ну ты личиком, главное, котятам не надо. Они все-таки... Люся. Люся, не делай этого. Вот. А мы кормить их будем, Ангелина? Ангелина, кормить их будем? Я буду кормить. Да. А это ж Стаски, это ж ревнивица, ты посмотри. Ты посмотри, ревнует. А ты сидит. Сидит, да. Попой. Попой сидит. А смотри, Люся, не знает, посмотрела, ага. Не дам. Папа держит. Не нюхать. Дам. Но она же должна к ним привыкнуть. Люська смешная, да? А ты очень хорошая. Хороший котеночек, да? Гек, хороший такой. Нет, это Чук. Нет, а Чука нет, кстати. Мы Чука не нашли, надо пойти, он, наверное, сейчас тоже придет. Опа, Люська уже и так привлекает, посмотри твое это внимание. Чук. Влад, хороший. Влад, глянь. Итак, итак. Сейчас она их будет выкидывать. Тири-тири. Смотри, смотри. Ну ничего. Люся. Люся, не
А аккуратнее тоже и с Люсей, и с котятками. Надо уважительно. Аккуратненько. Ну ничего. Аккуратненько. Ничего, не переживай, она им домик делает. Видишь, она их закрывает. Утащила домик. Да. Скажи, чтобы у них не было домика. Скажи тут. Домик, скажи, только у меня. Скажи, папа, опа. Скажи, папа, ну где ты их набрал? Моё, папа. Ну, выставь, скажи, их из дома. Ну, пусть они идут, скажи, да? Все, и тебя вытаскивает с кровати, да? Да? Вот Люська такая. Хочет, чтобы дедушка целиком только ей принадлежал, да? Вот-то шемля такая. Люся. О, ревнивица такая. Ты на нее посмотри. Стоп. Стоп. Нельзя. Нельзя. Она с ними хочет, видишь, она нюхает. Она хочет с ними. Ну, ты видишь, котенок заигрывает к ней. Ну, ничего, пусть будет, он там сидит. Это мое. И это твой? Это мое. Это все твои? Все один. Это один. Оба. Котят. Котят сколько, да? Да. Ты где сегодня была? В детском садике? Да. И что там делала? Я делал. Что там делала? Один. Один пошел, да? Один пошел. Вот-то ж. А что он там нашел? У меня такое ощущение, что он что-то ест или что-то рвет. Ну? Покрывало? Почему там в доме все что-то рвут? Люся, я говорю, все один что-то рвут. Один пошел. Черный пошел. Глянь, ты посмотри на нее. Ладя рвет. Один пошел. Нет, один. Опа. Люся. Люся, я буду ругать. Люся. Откусила, сломала. Да. Ну вот такая она. Чего ты не расстраивайся. Наклеим другие. Что тебе делать? Мы уже здесь. Она вон уже, смотри. Вот такая пакостная. Ты ей скажи, ну-ну-ну, нельзя рвать, да? Да. Скажи, нельзя портить. Не такой. Так, ты видишь? Люся, не оставляй мне Ангелину. Ангелина у нас очень... Чего ты остроилась? Ну, оторвала на кусочек обоев, ну и что? Не такой. Не надо, да? Не надо, Ангелина расстроилась, что Люська оторвала кусочек обоев. Не оставим, мы новые приклеим, да? Закрасим. С дедушкой закрасите? Желтый возьмем, желтый карандашик и закрасим, давай? Да. Да, давай с дедушкой. Ой, милашка пришла. А Люська продолжает пакостить, а? Смотри. Вадя, 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 кофе, 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 Вадя. Боишься сказать, потому что сейчас я зальет на компьютер. Ой, это ужас какой-то. А дай пусть Ангелина закрасит. Сейчас Люся поможет закрасить. Ты посмотри. На. Давай, я вон. Становись. Становись и закрашивай. Давай, ремонтируй то, что Люся наделала. Вот так, да. Желтый. Вот. И ничего не будет видно, да? Сейчас что-то я будет. Люся не давал. Да, сейчас не будет видно, что Люся оторвала, да? Иди ругай Люсю. Поругать ее? Люся? Да. Нельзя никогда рвать обои. Нужно быть хорошей обезьянкой. Обои мы тут клеили, Ангелине теперь приходится их чинить. Потому что ты вот это взяла и оторвала. Я нормально поругала ее, Ангелин? Люся, растяжка как у циркуля. Ты посмотри, она тут теперь пакостит. А это этот самый Ангелина тоже порвал, Жорик. Тут весь дом такой. Ангелина замучилась чинить. О, кто-то там мявкает. Это еще кто-то к нам пришел. Дом на выезде. Спит? Да. Она спит. Чёрненький спит? Да. Один котенок. Она мне не дает открыть. Ногом, ногом. Ногом. Пошли кормить. Пошли, котят. Да. Ты играть с котятами или Люся, смотрю, рыженького теперь взяла в оборот, да? Киска, киска, киска. Киска хорошая.
хорошая, да, кошечка?